Здорово, народ! Сибиряк 207 с вами. Не так давно в комментариях кто-то меня спрашивал, будет ли у меня на тесте резина от Фанатика. Ну, видимо, интересно стало, будет ли, поскольку появилась у меня рекламка данного производителя. Тогда я сказал, что скорее всего она будет. Мы тогда договаривались с магазином. В общем-то, посылка пришла. Прислали мне целый ворох с этой резины. Если честно, я заказывал, наверное, раза в три поменьше на тест, нежели мне пришло. Ну да ладно. Много резины, как говорится, не бывает. Больше вариантов различных расцветок, больше шансов подобрать что-то интересное для моих условий, для моих водоемов. Давайте посмотрим на каждую из моделей резины по отдельности. Отдельно хочется отметить такой интересный и приятный факт, что резина, несмотря на то, что стоит довольно-таки дешево, а ценник у нее сейчас порядка 100 рублей за упаковку, она имеет довольно-таки хорошую эту самую упаковку. То есть пакетик, в котором резина не просто насыпана ворохом и, как бы сказать, может легко деформироваться, а находится вот в такой вот чашечке пластиковой, благодаря чему она не мнется, форма у нее остается исходной, ну и, соответственно, работоспособность ее не теряется, не говоря уже о том, что резина, ну, будет, как сказать, выглядеть не очень приятно, и, собственно, на некрасивые приманки обычно и ловить не особо-то хочется. Так что вот за это однозначный плюс. И, как бы сказать, меня даже немножко удивляет, что так качественно упакована резина столь бюджетного уровня. Ну, собственно, как вы уже поняли, первая приманка, про которую хочу сказать, это серия Larva. Это вот такие вот жучки, тараканчики. Ну, а правильнее сказать, это, наверное, все-таки личинка стрекозы. Это ее имитация, получается. Вот достанем одну. Вот такой вот зверь, имеющий, получается, корпус, брюшко, хвостик, лапки. Все довольно-таки реалистично сделано, практически настоящая стрекоза. А что еще мне приятно удивляет в этой резине, что она довольно-таки мягкая. То есть видите, как она, ну, легко играет, изгибается. Несмотря на то, что приманка довольно-таки мягкая, всего 2 дюйма. И напомню, с совсем небольшим ценником. То есть весьма и весьма, скажем так, оптимистичный настрой у меня в отношении этой резины. То есть должна играть здорово, должна ловить рыбу здорово, по идее. Вот. Но при том, что она довольно-таки мягкая, силикон, как бы сказать, ну не то чтобы плотный, он такой вязкий. То есть я пытался одевать в него крючок, и крючок в него заходит очень-очень неохотно. Но при этом он не рвется. То есть резина должна, по идее, быть еще и весьма живучей. Что подтверждает огромное количество отзывов на форумах, в тех же группах рыболовных ВКонтакте, кто ловил уже на Фанатик, отмечает, что у нее очень высокая живучесть у этой резины, ну и хорошая уловистость. Ну, насчет уловистости со своей точки зрения пока не знаю, это мы, конечно, проверим, когда у нас жидкая вода появится, а пока можно только порассматривать таких вот жучков. Ну это вот двухдюймовая такая вот козявочка, ну как видите, очень и очень даже она здорово играет. А что говорить, допустим, про более крупную ларву? Ну, это вот самая крупная в серии, размером 3,5 дюйма. Вот такой вот жучара дикий. Но он вообще весь ходит ходуном. То есть, ну, говорить о том, что резина какая-то дубовая, жесткая, ну, я никак не могу при всем желании. То есть, вы все видите сами, какая она, ну, переваливается в руках как угодно. Почти как настоящий жук. Но выглядит, конечно, прикольно. Я жене своей такую хрень подсунул, она напугалась, получил по затылку. Ну, забавно. То есть она поверила в то, что это настоящий жук. Интересно, поверит ли рыба? Ну, такой толстый, весьма упитанный жук. Ну, вот так вот выглядит соотношение приманок в серии. То есть вот самый большой, размером 3,5, потом меньше 3 дюйма, 2,5, 2 дюйма и 1,6 дюйма, самая маленькая приманочка. То есть вот такая вот разница. Между крайними размерами она действительно внушительная. Такую толстую приманку можно использовать уже на серьезную рыбу. Ну и, соответственно, вот это у нас для имитации максимально приближенной к настоящей этой личинке стрекозы. Давайте, что ли, взвешиваем эти резинки, посмотрим, сколько они весят. Тоже весьма и весьма полезная информация. Самая маленькая 0,4 грамма, сами видите. Так, размер 2 дюйма.
0,8. Размер 2,5 дюйма. 1,7 грамма. Размер 3 дюйма. 3,1 грамма. Ну и самый большой 3,5 дюймовый размер. 4,8, практически 5 граммов. Ну, такую приманку можно будет смело оснащать офсетником и пробовать на нее ловить без загрузки вообще, то есть на чистую приманку. То есть 5 граммов более чем достаточно, чтобы приманку закинуть. Прикольная серия резины. Прям это, прям хочется с ней сходить на рыбалку и попробовать. Но интересно, что эта ларва, она у меня не одна. Есть еще вот такая вот серия, прислали. X-ларва называется, в размере 3 дюйма. Она немножко отличается от обычной, и отличается она в первую очередь своей геометрией хвоста. То есть, ну, во-первых, у нее само по себе тело более толстое, вот оно какое, довольно толстое. Хвост более худой, и он расположен, получается, в другой плоскости. То есть он играет, грубо говоря, ну, вправо-влево по отношению к приманке, вверх-вниз у него меньше ходу, нежели у, ну, вот, трехдюймовая ларва обычная. То есть видите, в чем разница. У обычной хвост более широкий и плоский, вот, и при этом более маленькое тело свое. Здесь более крупное тело, а хвост более узкий, и он получается чуть, ну, практически круглый на самом деле. Вот, и играет больше именно в горизонтальной плоскости, а это вот в вертикальной плоскости. Блин, эта ларва мне вот эта толстая больше напоминает этого мадагаскарского таракана. Когда я смотрел фильм «Люди в черном», там вот что-то такое же ползало. Прям вот меня не покидают мысли, что я какого-то таракана в руке держу, а не личинку стрекозы. Прикольная штука. Вот это вот, правда, больше на самом деле похоже на какую-то стрекозу. То есть вот такое у нее тело прорисованное, красивое. Ну, блин, реально, я сижу, офигевая. За 99 рублей при нынешних ценниках такая, ну, весьма-весьма прикольная на вид резина. Приманки съедобные, разумеется, в их составе мне сказали, что присутствует соль в небольшом количестве. Ну и какой-то там суперсекретный антрактант, который добыл, собственно, автор, это Юрий Петрош, украинский рыболов. Ну, собственно, резина это тоже от украинского производителя. Ну что ж, давайте посмотрим другие серии. В
Вторая серия, которая мне пришла, это вот такие вот виброхвостики, называющиеся боксер. Они идут в трех размерах, 2 дюйма, 3 дюйма и размер 3,5 дюйма. В принципе, все эти размеры у меня рабочие и имеют свою четкую локализацию по местам применения. То есть, эти приманки для меня, наверное, одни из самых интересных. Да, конечно, ларва прикольная, но мне привычно, конечно, ловить на вот такие вот виброхвосты. Вот такое получается у нас соотношение размеров приманок, то есть от самой крупной до самой маленькой. Самый мелкий размер у меня, пожалуй, будет, естественно, в микроджиге постоянно участвовать. Дай бог, чтобы он еще и рыбку хорошо ловил. Ну, как вы видите, приманка, ну, точно никак жесткой не является, то есть хвостик вот он играется, в воде он будет тоже болтаться здорово. Откуда взята такая форма приманок, думаю, всем давно известно. Есть у нас один прародитель подобных виброхвостов, но он очень дорогостоящий, поэтому люди всячески ищут ему аналоги более дешевые. Что интересно, мне понравилось вот в этом виброхвостике, что у него имеется два утолщения. В головной части такое вот утолщение, то есть здесь более толстый слой резины и более плотный. И вот здесь вот в средней части, то есть для чего это может пригодиться? Во-первых, при монтаже с двойником, если двойник будет выходить в этом месте, то это место у нас будет укреплено, так сказать, и приманка дольше будет жить и не рваться. И также при использовании офсетника, если мы будем офсетник крепить таким образом, что крючок будет выходить здесь, в этом утолщении, то у нас опять же здесь приманка имеет укрепление, живет дольше, и головная часть. Чаще всего при ловле с офсетником приманки разбиваются именно в головной части, а здесь у нас более толстый силикон, благодаря чему, по идее, все это должно быть более живучим, тем более учитывая то, что резина достаточно такая вот вязкая, плотная, она не жесткая, она именно такая плотная, и поэтому, по идее, жить должны долго. Хотя, я полагаю, что вот эти вот тоненькие хвостики мелким судачком или окунем будут отгрызаться довольно-таки быстро. Все-таки здесь соединение тоненькое. Опять же, было бы оно толстое, приманка бы не играла. Вот. Ну а так сами видите, что она очень и очень даже мягкая. Я вот, если честно, не перестаю пока удивляться тому, насколько мягкая резина за столь небольшой ценник. Ну и вот средний размер. Средний размер явно у меня будет очень активно использоваться при береговом джиге, когда нужно будет кинуть приманку подальше. Вот, ну тоже довольно-таки мягкий на вид. Ну, так сказать, ничуть не хуже той же тиоги на первый взгляд. Посмотрим, что будет на водоеме. Так, вес самого маленького у нас. Ого, ого, почти, ну да не почти, а целый грамм маленький весит. Для микроджига это целый грамм, это ощутимо. А я думал, что большой потяжелее. Он у нас 2,1 грамма весит. Ну и самый большой. Ну, 3,8 грамма. Давайте смотреть следующую серию. Третьей пришедшей серии являются твистеры. Твистеры называются Viper. Серия твистеров у фанатиков только одна. Размер 2 дюйма, размер 2,5, ой, что я говорю, 2,9 и размер 4,5 дюйма. Ну, в принципе, тоже ходовые размеры, классический микроджиг. Ну, это легкий джиг, максимально дальний заброс, берег. Ну и более крупные приманки, больше уже, видимо, для лодочной рыбалки, соответственно. Что интересно, у твистеров присутствует вот такой вот небольшой артефакт после отливки этого силикона. То есть остались такие вот кусочки
соединяющие хвост и корпус. Они, конечно, легко отрываются, удаляются. Ну вот, но присутствуют они на каждой приманке, как на большой, так и на маленькой. Но на самом деле здесь ничего такого страшного нету. Легко убирается и все, вуаля, приманка у нас готова. Ну, как вы сами видите, хвост здесь очень мягкий, прям, ну, что-то вообще, как будто это в руках не какой-то фанатик за 99 рублей, а Keytech за все рублей, там, сколько он, 300 или 400 уже стоит. То есть, видите, очень-очень мягкий хвост, соответственно, будет играть на самых медленных проводках даже, я так понимаю. Камера, приди в себя. Ну, вот, собственно, сами все видите с этим хвостом. Но на более крупной резине уже присутствуют следы, ну, не идеальной, скажем так, обработки резины. То есть, ну, здесь такие небольшие провалы, увалы, вот тут что-то такое, неровности. Ну, это для рыбы абсолютно никак не критично, только у нас лишние места неровные, больше завихрений в воде, по большому счету, плохого ничего там нету. Но тем более для такого ценника это реально просительно. Главное, что сам корпус у нас более-менее ровный, хвост мягкий, играть должен здорово. И имеется вот такая вот бахромка. Это, конечно, там дополнительные колебания, привлечения, но мне больше бахрома такая симпатична тем, что в нее можно будет прятать офсетный крючок. По крайней мере, один или два раза на пару поклевок рыбы, пока она полностью не изорвется. Это однозначно плюс. Ну и вот такое вот у нас соотношение размеров. Самый большой и самый маленький. Как сами видите, разница весьма-весьма приличная. Кстати говоря, мелкая резина, как видите, тоже имеет довольно-таки мягенький хвостик. Ну, он, конечно, уже не такой совсем жидкий, потому что он, ну, вес хвостика по отношению к его размерам, конечно, меньше получается соотношение. Он уже так совсем не валится, как у более крупной приманки. Ну, тоже, думаю, в воде будет играть весьма-весьма неплохо. Вот. Ну и средний размер. Тут хвост тоже очень даже мягкий. Кстати, такой хвост, он тонкий, легкий и прогонистый. По идее, приманка должна лететь очень-очень даже неплохо. Но это мы, конечно, уже посмотрим на водоеме. Что у нас с весом приманок? ,7 грамма самая маленькая. 1,7 промежуточного размера. И почти 4 грамма, самая крупная. Идем дальше. Ну и последняя серия из пришедшей посылки, это, как бы их правильно назвать, ну, наверное, все-таки ближе к рачкам. Собственно, они называются так немного ракоподобно. Лобстер серия называется. 2,2 дюйма размер и размер 3,6 дюйма. Здесь вот он маленько загнулся. Давайте посмотрим на соотношение размеров. Ну и, собственно, самый крупный и самый маленький из лобстеров. Разница весьма-весьма ощутима. Здесь, по идее, можно запихать даже промежуточный какой-нибудь размер в серию. Но это уже такой маркетинговый ход. Приманка представляет из себя, по сути, у нас бесхвостый твистер. Ну, разве что у него еще имеются вот такие вот два усика. Вот они вместе. То есть, ну, приманка похожа на какое-то ракообразное. Тут у него два глаза имеется. Вот. Ну а само тело в целом такое же, как и у твистера, про который я только что рассказывал. То есть, видите, геометрия корпуса у них одинаковая, только по сути отличаются хвосты. И что интересно, вот эти вот хвостики, ну или лопасти, если правильно сказать, у него очень-очень тонкие. То есть у твистера хвост потолще будет. Здесь уж очень такие они мягенькие, тонкие. Но это, по идее, должно хорошо сказаться на игре. Но вот на живучести не уверен, насколько это будет
долго и эффективно. И что интересно, на конце лопастей имеется тоже такая вот интересная неровность, то есть вот такая вот, как не знаю, как ее назвать, такая вот ступенечка с одной стороны и с другой стороны, то есть как бы утолщение. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы хвост лучше играл, то есть это по сути будет как парусить, и за счет завихрения воды хвост будет лучше играть, потому что вода будет упираться в эти элементы. Потому что сам хвост очень тонкий, ну что правый, что левый хвост. А вот эти вот элементы, они дают вес и парусность. Соответственно, игра должна быть хорошей и стабильной. Вот. Ну, собственно, касаемо мягкости, приманки сами все видите тоже. Ну, вообще, капец какая мягкая. Интересно. Ну и лобстер, который поменьше. У него тоже такие же маленькие лопасти, тоненькие. Тоже такие же имеются на окончаниях лопастей пипки, если их можно так обозвать, усики, которые склеены почему-то, да, их нужно разъединять, то есть, ну, кое-где остаются места склейки, то есть, те же клешни, иной раз, бывают склеенные вместе, ну, потому что все-таки резина бюджетная, тут вот тоже немножко неровности имеются, такие встречаются они довольно-таки часто на приманках. Ну, для рыбы это постольку-поскольку. Главное, чтобы ловило. Уж за такой-то ценник. Ну, давайте еще посмотрим вес. Тот, что поменьше, весит у нас 1,4 грамма. А тот, что побольше, 4,3. Ну да, это тоже ближе к той приманке, которую можно использовать даже без огрузки вовсе, сделая забросы только за счет веса резины и крючка, который на нее установим. Ну, в общем-то, все, резину разобрали. Такая вот интересная посылочка. В целом впечатление от резины у меня, ну, более чем положительные, потому что за эти деньги я ожидал, что резина будет чуть более дубовая. То есть как-то, ну, в 99 рублей сделать весьма мягкую резину, при этом, как по отзывам, она еще и живучая. Ну, какие-то чудеса прям. При этом она еще и съедобная. Прям. Ну что ж, посмотрим, как это будет себя вести на водоемах, попробуем на воде, тогда и будем делать какие-либо выводы. А пока что как-то так. С вами был Соберг 207, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. Пока-пока.